говорю. Поняла, прям сняла, поняла. До вечера. Уже 8 часов темно. Стрижку чё почему? А сейчас бьют, кстати, да. Без приключений, надеюсь. Рукой, с ногой, блядь. Давай вот в этот месяц, всё. А ну, могу я начну. Я без судов, ты без травм, без болячек, блядь. А то что-то у меня какие-то клиенты становятся подозрительными, как все. Так, вот, вот суп подам, снимает. Смело. Смело, говорит, зараза. Ты что, ты не один на антирекламу снимал, а ты, блин, наоборот, хорошую рекламу. У нас все манти. Антирекламу надо. Ну да. Когда хорошая реклама, блядь, люди не идут. Напишем там. А вот напишем, кстати, у вас, по-моему, аккаунт есть, да? Где именно? Не знаю, в Инстаграме где-то. Ютуб, Инстаграм. Где просто отправляет то, что я писал. А Вадик написал. Да? А кто?